або якщо справа продовжується, то за викрадення Саакашвілі мають відповісти високопосадовці, включно з першою особою держави Михайло... Особисто моє колоцентр. Я жила на хвіст. Що, що ви воруєте у народу, ви воруєте і у них теж. Їх зарплати совершенно не соответствуют вами задекларированными європейським зарплатам. Поэтому эти ребята, которые здесь стоят, будут стоять с нами. Они не поднимут на нас руки, потому что это часть нас. Это часть нашего украинского. Все, как воин участник боевых действий, он не справился. Не справился. Люди не поддерживают ни Порошенко, ни этого, ни Луценко, никого. Ни влады нема, ноль. Все, это просто узурпаторы, которые физически сидят в будильнике. Они будут отвечать за это. Они преступники, даже по ним не сказать. Что не зрозуміло?